Друзья, привет! Это Зинаш. Сегодня 11 июля. Это 8:30. Ой, друзья, вчера маму... Говорила же, маму вчера отвезла в город. Потому что 5 дней не была. Там, говорит, нужно квартплату платить. Потом там все равно за квартиру где-то присматривать нужно. Вот. И 5 дней. Говорила же, при маме сделать ничего не могу, потому что только выхожу в огород. Мама следом за мной. И, ну, как любая мама хочет помочь, она там хватает за траву. Травы полно везде. Поэтому и 5 дней ничего не делала. Вот. Утром, позавчера вечером, что-то левое плечо, у меня левое плечо ключица сломано было, в 13 лет говорила, упала с лошади. Вот, никогда не ныло. Ой, позавчера прям плечо ныло. Прям кости. А вчера утром встала, что-то кости. Вот это левая рука, правая рука, прям вот от плеча до пальцев. Прям, знаете, кости ныли. Маму отвезла в городе, в общем, мужа стихии. Там Абая перекрыли. Ой, говорила же, машину оставила квартал за 5 внизу. Маму в охапку отвела ее домой, открыл краны, трубы ей, горячую холодную воду. Перекрывали. Оставила ее. Думала, не доеду. В туалет хотела. Вот, утром только вроде стакан чая попила. С кашей. Мама кашу сварила. Вот. Маме. И от мамы вышла. Ой, спускаюсь. Думала, уже угнали, что ли, машину. Нет. Думала, ну где она? Где она? Вдоль дороги оставила. По Аблайхана. По Абая, по верхней части машины в 3-4 ряда просто стоят, просто. А вторую полосу, там в 3-4 ряда, асфальт положили, я не знаю. Центральная улица, проспект Абая, хорошая. Нет, соскребли. Лучше бы другие улицы сделали бы. Я уже про наш поселок не говорю, но в городе. Там хватает улиц, которые и колдобин полно, и люков полно. И дырок всяких полно. Но им, видимо, виднее. За счет каких улиц деньги отмывать. Ну, а как по-другому скажешь? В общем, спускалась. Кое-как нашла свою машину. Ехала, друзья. Видео стала записывать, а что-то телефон глючит. 12 минут, там, 2 минуты. Раз, телефон включается. Так что, если вдруг сейчас записывать буду, в огород пойду. Если вдруг прервется, уже знаете, что этот телефон глючит. Вроде бы предпоследняя марка Самсунга. Сын мне свой телефон отдал. Себе айфон взял. Вот. И вчера вечером приехала. Не вечером, в обед приехала. Кое-как загнала машину, закрыла ворота. И у меня, ребята, головная боль. Руки вот отсюда с плеча ломит. Не могу. Ноги, руки крутит. Пришла, легла. В зале шторы затемнены, все. И меня начало морозить. Сына вот этот теплый халат зимний с капюшоном накрылась. Меня под халатом морозит. Потом, не знаю, ничего умнее не придумала. Пошла, выпила антигриппин, аспирин. И, по-моему, где-то минут на 40, на час уснула. Померила температуру 37. Не помню, то ли 37,3. У меня редко, когда, друзья, болею так вот с температурой. Особо 38 такой, у меня температура давно не помню такой. А самая мерзкая это 37,2, 37,3, вот это самая пакостная температура. Вот. Полежала, на улице жара. Потом вечерком вышла, там где малина, помните, показывала, там где этот, огородились с мамой. Там травой заросло, вчера вечером, думаю, ну солнце село уже, надела перчатки, стульчик взяла, секатор, этот серп взяла, ну пойду траву подергаю. Траву берешь в охапку и серпом режешь. И у меня вот правой рукой же делаю, правша, и плечо прям болит. Чуть-чуть подергал, наверное, вокруг себя. Все, сил нет в руках. Домой зашла, уже там и комары начались. Попила чай с малиной, потом чай. Вот. У меня было варенье покупное, классное. Вот когда ковид был, в 4-литровых баклажках, я маме, брату покупала, дочери, зятям покупала, сыну покупала.
Они тогда по 2900, что ли, стоили. 4-литровая. Лимон натертый. Имбирь. А, лимон и имбирь, все. Вот у меня сын, когда короной переболел, вот он пил вот этот 4-литровый, выпил. Вот. Но Бог миловал, ни я, ни брат, ни мама не болели ковидом. Дочь болела, зять болел, переболели. И, ну, в больницах не лежали. И сын. Вчера вот этот лимон попила. Ну, там единственное, что плохо, вот это от имбиря. Вот такие волокна. И когда в конце на дне кружки остается, и она только, знаете, как ворсинки во рту. Выпила, легла. В зале лежу. Думаю, посмотрела уже без 15-9. Думаю, пойду лягу. Легла, ребята, как у меня крутит руки, позвоночник, вот лопатку крутит. У меня спина проблема же. Замечали, наверное, на видео. Вот. Потом не выдержала. Пошла вот прям на спину, намазала. У меня написано российская, но она в Китае покупала. Лошадиная сила, гель. Ребята не знают, что они туда добавляют. Вот когда добывают, колени крутят, руки крутят. Помажешь, она такая, ну, суспензия такая, белая. Сразу впитывается. Ребята, ну, минут через 5 перестает болеть. Понимаете, кости перестают болеть. Я не знаю, что они туда добавляют. Вредно, не вредно, но перестает болеть, перестала болеть. И не месил, по-моему, порошок. Не месила, а какой-то, ну, родственный какой-то порошок маленький. В воде растворила, выпила, пошла, легла. Чувство проходит. А, до этого вечером я, вот, цефтриаксон, антибиотик, развела лидокаином одним, российский. В правую ягодицу воткнула, перед зеркалом встала, воткнула. Нажимаю шприц, не идет. Там, видимо, старая шишка, в шишку попала. Не идет. Себя родную жалко же, блин. С таким трудом воткнула этот шприц в ягодицу. Потом не идет. Вытащила, чуть ли не со слезами на глазах, в левую ягодицу воткнула. Сделала укол. Потом, говорю, лошадиную силу помазала и не месила вот этот. Не месила ли, как-то он называется. Порошок выпила. И только потом я уснула. Уже температуру мерить не стала. Сегодня утром встала, но... Кашель какой-то. Кашель, с утра насморк был. Сейчас чувствую, у меня вот эта правая рука, плечо, ноет немножко. Но пока не сильно жарко, хочу пойти в огород. Клубничная. Видите, ну что это такое? Ромашки потом, наверное, завтра-послезавтра они уже отцвели. Но здесь, видите, я не поливаю их. А те ромашки вон вдоль тропинки, их поливаю с огорода. Эти отцветают, это надо будет убирать эти ромашки, там, потому что ящики остались вот такие же. Вот такие ящики остались. И вот это, видите, вот помидоры. Они просто клубнику заглушили. Ладно, были бы такие помидоры, самосевом выросли они. Вот эти, которые на кисточке, да, на веточке они. Но они вот такие, как вишенки. От них толку нет, я для вас оставила... Для вас показать оставила в огороде там несколько кустиков. Потом, когда поспеют, я вам покажу. Специально для вас оставила, потому что там больше, не знаю, такие салаты, может, вот это греческий или какой там красиво выкладывать. Они вот такие, как вишенки. А эти сейчас пойду сорву, потому что они заглушили всю клубнику. Толку от них нету. Пойдемте. Если вдруг проявится, ребята, знаете, что это не я. Это телефон такой. Надеваю, друзья, перчатки. Кто с помидорами делал и имел, тот знает. Если без перчаток помидоры, ну, там, когда срываешь, или там вот, пасынки отрываешь, потом руки зеленые. Поэтому надела. Вот плохо, наверное, слышно будет. Вот куда она годится? Вот. По бедру, а эти вот по пояс. Вот я вам покажу. Вот, видите? Самые маленькие вот такие будут. Они вырастут, покраснеют. Ой, ну пахнут хорошо. Но от них толку, ребята, нету. Там в огороде есть пару кусиков для вас. А эти буду вырывать. Потому что помните, с таким трудом. Ой.
и жалко, конечно. Не знаю. Уже помидоринки, но они заглушат всю клубнику, потому что клубника — это сорт такой, она еще повторно будет, до самой осени будет плодоносить. А с одного куста разрастаются. Где их тут искать? Клубника, наверное, вырвется. Усыпана вся, усыпана. Ой, живучая. Живучий помидор. Смотрите. Маленький кустик, вот маленький кустик. И вот уже помидоринки есть. Видите, да? Живучий прямо. Захочешь — не вырастешь. Один куст, и то это пара веточка отрезала, оторвала. Вот смотрите, какой весь усыпан, ой, помидорами. О, самый большой.
О, еще один большой. Клубника переплелась, и помидоры. Ой, выросла помидор. Вот. Маленькая уже цветет и ягодки. Вот это, друзья, картошка выросла. С прошлого года, видимо, осталась в земле. Но ее оставлю, потому что здесь не мешает. А из носа бежит уже. Ой, помидоров наросло. И полыни. Всякой твари по паре. Кто бы ее сюда высаживал? Ой, сил нету что-то. Я сейчас вас разверну. Здесь тебе надо погрывать. Что ты будешь делать, а? В прошлом году там с огорода 2-3 кустика выросло. Это мне один раз дали вот такой сики, наверное, по 3-4 сантиметра мне отростки дали, саженцы помидоров, сотрудник один. Я их посадила. Ой, прикольно было. И все. И семена забыла взять. А в прошлом году они сами там в огороде как выросли. Там 2-3 кустика. О, ребят, на пол огорода они разрослись. Страшно разрастаются. И, видимо, там помидоринки падали. Видите, ствол упал. И со ствола корни пошли. Ну, хорошо, видите, такие полно помидоринок. Хочу порезать ботву. И в 2 туалета туда внутрь закидываешь. Вот это для устранения запаха и перегной. Ну вот это вот, смотрите, здесь хорошая клубника, крупная. Она все здесь заглушит. Ой, сейчас, смотрите, один куст вырву. С одного куста. Вот это уже другой кустик. Вот, смотрите. С одного корня, видно, нет вам? С одного корня
Вот. Вот, видите, сколько стеблей. И вот они, помидоры. Вот, видно вам, нет? Но запах, конечно, классный. Ну? Здесь клубника вот здесь хорошая. Она... Здесь перегной, гусиный помет, бараний по... какашки ложила сюда, бросала всю осень, всю зиму. Здесь помидоры, ой, эти. Клубника очень хорошая. О, здесь фасоль еще где-то. В прошлом году говорила, нет? Ой, извиняюсь. В прошлом году, ой, подниму вас. В прошлом году с картошкой вместе в лунке бросала фасоль. Я так говорю, один кустик картошки там вырос. И он фасоль что-то замотал, вот она. Ну же стручки есть. Сейчас попробую вытянуть. Замоталась. Ой, идите в баню. Ой, один кустик. Послен. Ой, не послен. Не послен. Друзья, смотрите. Листья похожи на послен, да? Вот. А вот эти коробочки, смотрите, как этот. Клюква, мы клюквой называли, так оранжевые. Как, сколько хотела посеять, не получалось. А здесь вот такое, смотрите. Что такое-то? Вот такими цветочками цветет белыми. Не знаю, вырвала. Ромашек полно, друзья. Сейчас главное помидоры вырвать. Ой, сил нету, вся слабость еще. Я всю ночь думала, надо в первую очередь помидоры отсюда выдернуть. А, клубнику вырвала, блин. Вот хорошая клубника, вкус. Видите? Вкус клубники. И вот детки пошли. Помидорина. Слабость страшная. Никогда летом не болела. А тут что за хрень? Где-то хотела показать вам. Ой, сейчас. Там сколько по времени? 24 часа закончится. Блин, хотела вам показать клубнику. Это сейчас видео здесь. Сейчас видео остановится, ребята. Вот где-то сейчас видела клубнику крупную. Вот здесь, наверное. Хотела вам показать. Но где? Ладно, друзья, попозже, наверное. Здесь мелкая. Ой, не найду, друзья. Сейчас вырывала помидоры, где-то увидела, что крупная клубника. Здесь такая мелкая.
мелкая. На скорую руку только нашла. Вот. Вот. Сейчас уже закончится видео, 25 минут. Все, друзья, буду прощаться с вами. Буду выносить. Давайте, пока. Ваша Зинаш.